Без бороды и посоха, да и Снегурочки тоже не видно, но это условности. Главный зимний волшебник несет радость и подарки, с этим все в полном порядке. Накануне новогодних праздников роль Деда Мороза на себя примерили представители Думы, администрации и другие неравнодушные саровчане. Такие, как депутаты Петр Смирнов и Евгений Михеев. Став участниками акции «Елка желаний», они помогли воплотить в жизнь мечты ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Это очень правильное и хорошее начинание, исполнять желания детей, я считаю, это одно из самых главных наших задач. Задача как взрослых. Кирилл попросил у Деда Мороза ноутбук. Сейчас, когда школьники перешли на дистанционное образование, это предмет первой необходимости. Тимофей загадал на Новый год коньки. По соседству с их домом есть хоккейная коробка, и мальчик уже не терпится опробовать свой подарок в деле. Маленькая Есения тоже получила коньки, и как настоящая девочка тут же решила оценить, как она будет смотреться в новинке. Евгений Михеев надеется, что сегодняшние подарки станут для ребят залогом будущего успеха во взрослой жизни. Перед Россией стоят амбициозные цели в рамках научно-технологического прорыва, и это могут только осуществить дети, люди, которые умеют мечтать и умеют добиваться своих целей. Поэтому эта акция позволит им стать на чуточку ближе к своей цели и стать счастливее. В этом году в новогодней акции «Елка желаний» приняли участие 19 семей. Чиновники и бизнесмены помогли воплотить в жизнь мечты и самые заветные желания 30 с лишним ребят. Финальный аккорд в акции 30 декабря на площади Ленина поставили первые лица города. Это очень приятная вот для меня миссия. Мне досталось 2 шара, я специально их взял. Я специально взял шар номер 13, потому что я думаю, ну что же это за дети, которые попали в этот шар, и вот им не может не повезти. Из рук главы города ребята, чьи имена скрывались под номером 13. Это были 2 брата, Степан и Вадим. Получили детский хоккейный набор и игровую гарнитуру. Юной Виталине на Новый год достался обучающий компьютер. Последнее новогоднее желание исполнил председатель Думы Антон Ульянов. Многим детям-то приятно получать подарки, а взрослым очень часто приятно их дарить. Поэтому я тоже с большим удовольствием Веронике хочу преподнести подарок. В большой коробке, которую приготовил для Вероники Антон Ульянов, оказался детский велосипед. А значит, лето для девочки будет незабываемым. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.